что, поехали! Вы не поверите, друзья, но в самом деле мне иномарки не лежат к душе никак. Я патриот на «Жигулях» шестой модели, всегда в дороге и с мазутой на руках. Урчит рамлер и валится коробка, дымит глушитель, как у тещи самовар. Я в нашем городе ни разу не был в пробках, меня шарахается дождь и ягуар. Ах, ладо-ладушка, кормилица родная, дно не отвалится и всех переживет. Твоя бессменная опора шаровая, пусть раз не кашляй, автобазовский завод. Так, ну что, парни, всем привет! Новый тазовлог. Сегодня у нас будет опять ролик про шестерку. Будем снимать бампера. Я посмотрел снизу, там оказывается ржавчина. Хоть и машине 20 лет, и пробег у нее небольшой. Ну, сами знаете, климат у нас плохой. Бампера успели поржаветь. Особенно изнутри. Снаружи там ладно, там еще как-то держится хром. Кто-то скажет, нахрена это делать? Купил бы, заржавеет, да хрен с ним, купишь новые бампера. Покупал я новые бампера, это полный хлам. Металл тонкий, хром вообще осыпается. Сейчас сниму бампера, покажу вам состояние и обработаем вот этим антикором. И приступаем к работе. Сейчас сначала передний бампер снимем, а потом задний. Ключ на 13 и все, 5 минут делов. Две гайки на 13, и проблем нет, и бампер снимается. Видите, там ржавчина внутри. Так, ну вот смотрите, состояние бампера. Здесь ржавчина пошла. Это коррозия за 20 лет. За 20 лет. Вот здесь я пробовал мовилем, когда этот пороги обрабатывал. Видите, мовиль здесь жирно. И здесь вот мовиль. Сейчас сниму номер. Клыки, наверное, не буду снимать, они не мешают. И аккуратно закрасим. Это дело надо все обезжирить. Так, вот смотрите, вот так вот обработал изнутри. Сейчас вот первый слой нанес. Грунт, эмаль и антикор. Сейчас задний бампер будем снимать. Задним бампером там еще все хуже, так как когда машина в движении, от колес вся пыль, вся влага летит завихрением под бампер.
Так, ну вот смотрите, состояние заднего бампера. Здесь ситуация похуже. Как я и говорил, когда машина движется, вся грязь летит под бампер. Сейчас эту всю пыль я почистю. Видите, уже начало. Вот видите, какая здесь коррозия. Еще немного, и это крепление просто отвалится. Просто все в коррозии. Надо хоть как-то его спасать. Будем чистить и обрабатывать. Пескоструя у меня нету. Хотя бы щеткой, хотя бы антикором. Года на 2-3 его, ну, должно хватить этой защиты. Вот этому бамперу 20 лет. Чистим все это, заполируем, он как новый будет. Запомните его в таком состоянии. Помыл бампер, пусть подсыхает. Сейчас еще полировку сделаем, да? Он вообще будет как новый. Так, а кто у нас тут отдыхает? Ты, владелец Жигуля у нас, что ли? Включи музыку погромче. Так, сейчас попробуем отмыть заводской фонарь противотуманный. Он тоже весь проржавел. Так, этот бампер уже подсох. Отлично, первый слой впитался. Смотрите, какая красота. Да, он, конечно, не новый стал, не новый бампер, но хоть какой-то процент еще он, ну, отъездит свое. Fight. Так, ну что, я его обезжирил. Сейчас пусть немного подсохнет на солнышке и будем обрабатывать. Тут бампер уже обработал в 2 слоя. Так что коррозия ему пока не страшна.
все уже высохло. Сейчас сначала полирнем немного, а потом уже будем ставить. Защищает от грязи, от воды. Так, придает блеск на солнце. Можно наносить вручную или с помощью машинки. Смотрим, чтобы здесь было одинаковое расстояние, где крыло и клык. И здесь, чтобы было одинаковое расстояние. Также можно смазать вот эти шпильки. Они обычно ржавеют и плохо откручиваются. Гайки. Немного попало сюда краски, берем white spirit или бензин и смываем. Она быстро смывается с хрома. Сейчас добавим немного чернителя. Кстати, вот и пришли диванные эксперты, хейтеры. Сейчас будут оценивать. Также отмыл стоп-сигнал, подкрасил крепление черной краской, чтобы не ржавело. Это заводской, кстати. И, как всегда, антистатик. Без колхоза никак. Так, ну все. На этом ролик можно заканчивать. Буквально 15 минут работ. 3 минуты снять, 3 минуты помыть, подкрасить. Полирнуть, установить, там две точки крепления, вообще не проблема. И по итогу бампер защищен изнутри, 20 лет как-то проездил, и с этой защиты также проездит. Я думаю, и снаружи полировка. Как-то так. Ставь лайк, пиши. Вот такая вот красота получилась. Блестит. Самое главное внутри. А задний бампер, сами видели, какой был ржавый. Хотя бы чуть-чуть, какой-то процент он будет еще ходить, не будет так ржаветь. Тойоты с мерсами шоссе заполонили, им в автосервисе льют чистые масла. А мне камазовская, помню, как-то влили бензин с соляркой плюс ослиная моча. Пусть на колесах моих сношенные шины, с боков подлатанные ниткой и иглой. Зато в салоне есть музон в блатняцком стиле, стакан аптечка и кусочек с колбасой. Ах, ладоладушка, кормилица родная, дно не отвалится и всех переживет. Твоя бессменная опора шаровая, будь здрав, не кашляй, автобазовский завод. И очень часто я таксую у вокзала, вожу клиентов, ну а дома ждет семья.
Эх, лишь бы ладушка моя не подкачала, ремень не рвался, не хандрили б тормоза. Мне говорят друзья, ну что ж ты с нею маешься, скорее сдай ее, да тачку замени. Но мне одной дорогой с ней по жизни чалится, я не продам свои родные «Жигули». Эх, лада, ладушка, кормилица родная, дно не отвалится и всех переживет. Твоя бессменная опора шара.